Да брось ты его! Все, мы уже на границе, чувак, черт! Глянь-ка! Чувак! Эй, да избавься ты от него! Да не так, брось его, просто выброси! Выброси! Меня зовут Тойота Кавасаки, и я веду репортаж с мексиканской границы, где несколько подразделений агентов таможенной службы и агентства по борьбе с наркотиком готовят теплую встречу для автомобиля, который полностью изготовлен из высококачественной марихуаны. Не делай такую рожу, чувак. Меня сейчас тоже наржач пробьет. Короче, говорить буду я. Добрый день, сестры. Здравствуйте, офицер. Как долго вы были в Мексике? Короче, не ссы, все будет ништяк. А вы, ребята, сколько были в Мексике? Неделю. То есть это, один день. Так неделю или день? Не день. Наркотики, марихуана есть? А, уже нет, шеф. Выйдите из машины. Я горю! Сестра горит! Эй, кажется, там кого-то задерживают. Позвони Стыденко. Может, это оно. Так, а это у нас что такое, сестра? Чувак, они монашек повязали. Какая жестокость. Давай позырим. Так, всем к стене. Не шевелиться. Руки на стену. Сержант Стыденко, расскажите нам, что именно вы ищете? Наркоту, траву, шмаль, анашу, кокос, колеса, марки, герыч. Давайте все, что есть, нам пригодится. Насколько важно схватить самих подозреваемых? Это критически важно. Торговля наркотиками – последний оплот свободного предпринимательства в этой стране. Ходят слухи, что преступники вооружены очень опасно. Как вы думаете, будет ли сегодня иметь место насилие? Искренне надеюсь на это. Сержант, а вы сами пробовали курить марихуану? Один раз. Эй, смотри, нас по телеку показывают. Мама, привет. Сержант, вас к телефону. Что-то важное. Давай все разузнаем. Погоди, надо поссать сначала. Давай, смотри, только водолазов в толчке не ищи. Так значит, это был пикап Гарри. Посмотри на них, почти как настоящие монашки. От чепчиков до чулок. Очень умные. Очень умные. Неплохо. Вам должно быть стыдно. Все это напоминает мне одну забавную шутку, которую мне рассказывал отец. Единственная плоть, которую священник может употреблять по пятницам, это монашки. Всем внутрь!